замечательно выступление, то тогда начнем с того, что мы крайне признательны хозяевам этого замечательного места, крайне признательны Татьяне, с которой мы тоже работаем не на первом уже проекте. Вот. И надеюсь, что еще много будет интересных проектов у нас совместных. И этой площадке мы желаем всяческих успехов, потому что здесь замечательные и хорошие места. А возвращаясь к теме нашего фестиваля, хотелось бы сказать, почему живой Финский залив. Потому что сейчас, в 2014 году, проходит Международный год Финского залива, который проходит в трех странах – Эстонии, России и Финляндии, под патронажем президентов наших трех стран, и объединяет наши страны общим беспокойством о судьбе Финского залива, которые имеют непосредственное касательство как раз вот и к России, и к Эстонии, и Финляндии. И, конечно, это огромная тема, потому что и мы влияем на Финский залив не самым лучшим образом, иногда лучшим, иногда худшим. И залив влияет на нас, и с давних времен, если брать историю и мифологию наших народов, народов всех, ну, скажем так, что это уже вот... Народов-то там больше, чем стран. Вот. Во всех мифологиях это все было сражено. И, конечно...